День работников текстильной и легкой промышленности пришелся в этом году на 12 июня, на второе воскресенье месяца. Праздник, имеющий непосредственное отношение к историческому прошлому нашего края, отметили в Щелковском историко-краеведческом музее ознакомительной экскурсии, которую для ветеранов труда провела главный хранитель фондов музея Ирина Богданова. Мероприятие прошло в рамках общероссийского социального проекта партии «Единая Россия. Старшее поколение», реализуемого в том числе и на территории нашего городского округа. Сегодня многими ветеранами, вот по прошествии многих лет после того, как не стало Советского Союза, естественно, многих интересует судьба этих предприятий, судьба в целом промышленности на территории округа, какие новые предприятия появились. Все это, конечно, вот вызвало такой живой интерес и желание посетить наш музей с тем, чтобы как можно больше узнать о своей молодости, о своих активных трудовых годах. Экспонаты в музее рассказывают о прошлом и настоящем шелкоткацкого дела, о создании и развитии предприятий на территории Щелково. В ознакомительной экскурсии принял участие вице-президент торгово-промышленной палаты округа Антон Малинин. Труд, человеческий труд, он ценился всегда, чего бы он ни касался. Да? А что касается легкой текстильной промышленности, ну, это верх благородства, да, культуры, труда именно, вот, человеческого труда, который человек может сделать своими руками сначала, да, потом посредством каких-то технологий, производства и так далее. И учитывая, что текстильная промышленность практически зарождалась в городском округе Щелково, в Щелковском районе, я считаю, что любой гражданин, житель нашего городского округа и гости нашего городского округа должны знать о том, что текстильная промышленность зарождалась именно здесь. Смотря, допустим, вот на ту экспозицию, которая касается 60-х, 70-х и 50-х годов, это, конечно, ностальгия. Те же телевизор, та же одежда, та же атрибутика пионерская, да, телефоны, аппараты, те, которых уже сейчас нет. Действительно, в залах Щелковского историко-краеведческого музея по-другому ощущаешь протяженность времен. Здесь много экспонатов, имеющих и эстетическую, и художественную, и историческую ценность. Окунуться в атмосферу далекого прошлого – это и интересно, и познавательно. Такую возможность имеют и жители, и гости Щелково. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.